случаются ситуации, похожие на замкнутый круг, и чтобы в них разобраться, собственных сил и опыта порой не хватает. А так называемые первые инстанции помочь не могут, не хватает административного ресурса. Или, например, законодательство изменилось, и сегодня невозможно решить то, что еще вчера можно было с легкостью. Со своей сложной житейской задачей Геннадию Соловью пришли супруги Потылкины. После смерти родственницы им достался в наследство дом с участком. Причем недвижимость не была в свое время зарегистрирована, и сейчас ее сложно распорядиться по собственному усмотрению. Председатель облисполкома поручил за 2 недели разобраться с ситуацией. Мы не можем, уже 4 года прошли все инстанции, никак оформить. Попали к губернатору на прием. В присутствии его мы все рассказали. Он нас заверил, что все сделаем и все будет в порядке. На первый взгляд в тупиковую ситуацию попали жители микрорайона Костюковка. На новой улице, которая будет состоять из 12 домов, нет коммуникаций. Проблема в том, что ее ширина не позволяет проложить их в соответствии с законодательством. Проект просто не пройдет экспертизу в Минске. В 2016 году нам были выданы земельные участки под строительство частного дома. Вот. Но, к сожалению, на сегодняшний день нет никаких коммуникаций, в том числе и свет. Вот. Поэтому хотели поднять вопрос. Варианты выхода все-таки нашлись. На обсуждение этого вопроса Геннадий Соловей выделил все те же 14 дней. Всего во время личного приема и прямой телефонной линии к Геннадию Соловью обратились 16 человек. Все вопросы, на которые невозможно ответить сразу, взяты на контроль. Решения по ним будут приняты в самое ближайшее время. Марина Джалая, Максим Савин, Евгений Макеенко. Новости недели.